на территории Приморского края в 2014 году будет производиться выплата губернаторской социальной помощи в размере 1000 рублей всем пенсионерам, которые на 31 декабря 2013 года имели право на пенсию. Как силовики, так и пенсионного фонда пенсионеры получат эту выплату. Ожидается вся эта выплата в феврале 2014 года. Те пенсионеры силовых структур, значит, получают у нас эту доплату так же, как и пенсионеры пенсионного фонда, но если они не были в прошлом году получателем этой выплаты, то им к нам все-таки придется прийти. Для этого они должны предоставить паспорт, справку о том, что они пенсионеры, о пенсии, и плюс номер лицевого счета, в котором у него идет, на который у него идет выплата в пенсии. Это выплата разовая, один раз в год, и пока она уже длительный период времени выплачивается, то мы будем посмотреть, что будет дальше, но, по крайней мере, выплата продолжается один раз в год. Вот в этом году она составляет 1000 рублей, в прошлом году она была 900 рублей, перед этим она была 800 рублей.